Просто неистово. Неистово прекрасно. Все. Предельно неистово. Друзья. Вас раз 30 человек, это меня радует. Я сегодня, естественно, не накрашена. Естественно, собственно говоря, как-то и бывает. Но у меня сегодня божественные шорты. Шорты, которые я обожаю. Кстати. В честь того, что я очень высокомерная, самолюбивая и тому подобное, вы видите этот портрет? Это вот. Это я. Это все я. Так что вот так. Смотрите и любуйтесь. Это я. Вот тут я. И тут тоже я. Тут я, и тут снова я. Ну, собственно, вы, наверное, уже были в моей комнате. Ну, так, чуть-чуть. Ну что, теперь поговорим о другом. Поговорим о линейке, привет, и о том, что она 20 сантиметров. 20 сантиметров. Все. Где активность? Где нормальный размер? Ну, смотря что измерять. Рулетку надо. Да! Но надо рулетку. Привет. Нет, ну серьезно. Заяц. Танец с бровями. Короче, вот кто бы из вас мог бы дома повесить свой портрет? Давайте, говорите. Спасибо. Откуда знаешь мой размер? О, я угадала твой размер. Я экстрасекс. Я экстрасекс просто. Ты влюбился? Это чревато. А еще вот в том пакете, вот, подождите, за задницу не видно, вот в том пакете, вот в этом пакете, размер ноги, наверное. Висит картина маслом. Дорогая, портрет классный, естественно, это же я. Конечно, классный портрет. Конечно. Да, мне тоже нравится портрет. Свет по-дурацки падает, ну ладно. Я сегодня натурель. Я сегодня не накрашен, понимаете? Я сегодня просто натурель. Так похоже на тебя. Конечно, похоже на меня, потому что это же я. Как меня зовут? Богиня. Я прошу так ко мне обращаться. Ну, можно... Сегодня богиня, да. Модель прям, естественно. Спасибо. Лифчик, да сними натурель. Где вы увидели лифчик? Привет. Катя, как дела? У Кати дела чаще всего хорошо. Самовлюблённая, я этого не скрываю. Пойдем вечером гулять? Я не знаю. А, столько дел. Ёб твою мать, почему вы такие извращенцы, что все думаете, что это засос? Расчесала я. Смотрите эфир до этого. Я там активно начесываю это плечо. Вот я его и расчесала. Как меня зовут? Екатерина меня зовут. Можно? Я тоже красавчик. Вовочкой зовут. Вовочка, 11 лет. Дети, уйдите, пожалуйста, с перископа. Не смотрите, зачем? Идите, почитайте книжки. Кстати, о книжках. О книжках. Не выдержал напряжение, господи. Когда речь идет о книжках, никто не выдерживает напряжение. Ты откуда такая маленькая? Я из Тюмени. Так вот, первая книга на сегодня, которую я буду советовать и рекомендовать. Франц Кафка. «Процесс». Потрясающая книга. Я начала ее читать. Мне 20 лет. Вот. Но самая божественная книга, которая... Потом, зайдите ко мне в Инстаграм. Покажи грудь, нет.
Вот. Но самая божественная книга, которую можно прочитать, просто самая божественная из всех вообще, просто «Мор. Ученик смерти». Это прекрасно. Игнор? Нет, ни в коем случае. Это, короче, письмо незнакомки. Прочитай. Хорошо, прочитай. Сколько тебе лет? 20. А тебе хороший секс нужен? Он всем нужен. Я читала ее. Это круто. Это очень круто, потому что я тоже ее читала. Приезжай в гости в Ниццу. Давай лучше ты к нам. Давай, я тебя обрадую. Давай. Кто прекрасна? Книга прекрасна. Вот, она очень интересная. И мне она очень нравится. Она очень красивая. Написана легко. Читать интересно. Мор, ученик смерти. В каком у меня городе? В Тюмени. Родная, нужно читать книги, разум больше станет. Посмотрите на меня. Грамотная речь, ни единого мата. Конечно же, станет. А, фэнтези, да? Но, понимаете, тут очень много правды, правды среди этого. Сзади ты, да, сзади я. Я очень самовлюбленная. Если ты скажешь, я могу это... Я никак найти тебя в соцсетях. В магию веришь? Нет, не верю. А в соцсетях я есть в Инстаграме. Вот, ссылка у меня есть в профиле. Вот так. Спасибо. Ты покажешь грудь? Нет, я грудь не покажу, можешь выходить отсюда. Вот. Так к чему это я? Короче, она просто бомбическая. Она максимально бомбическая. Вот так вот. Я из Тюмени, у тебя парень есть? Нет. Какой рост? 1,71-2. Ну, я давно не измерялась, так что где-то вот в этом районе. Там сзади ты. Да. Сзади я. Смотрите пока. На лечебном? Нет, на стомфак. 11-ю статью? Или страницу? Попа хорошая. Да. В Казани была? Нет, в Казани не была ни разу. Покажи ближе. Кого ближе показать? Книгу или портрет? Да, зуб буду лечить. Пойдем ли мы гулять сегодня? Ну, я не знаю, сегодня я, может быть, занята. Напишите мне в Инстаграме. Кто по нации? А, смесь я. Нет, я не армяночка. Хорошая чертовка. Черт, ты прав. А, смесь у меня греки, значит, да. И украинцы, значит. А, нет, в семье больше нет вообще врачей. Скажи инсту. У меня в профиле есть инста. Сиськи покажи. Нет. Это конфиденциально, понимаете? Ну, это как... Да, ну, это зачем? Зачем это... Эту грязь? Зачем? Зачем? Какое странное слово. Подпишитесь, пожалуйста, зачем? Перегар. А я не подписываюсь на перегар. Хватит валяться. Парня почему нет? Вот, понимаете? Да. Меня это тоже интересует. Меня... Пойдем на кухню. У меня там сестра. У них недотрах. Да, у них недотрах. Никакой грязи, только красота. Спасибо. Какое направление в медицине будешь выбирать? Стоматология, ортодонтия. Жоп покажу. Мне неинтересно чьи-то жопы. У меня есть своя. Привередливая очень. Да, я привередлива в еде. Я привередлива в выборе людей, с кем я общаюсь. Я привередлива... Ну да, в принципе, я привередлива. Ты адекватный человек? Да. Красиво выглядишь. Спасибо, подпишись. Нет, я на перегар не подписываюсь. Спасибо, спасибо. Воздержимся, воздержимся. Твой член 28 сантиметров. Ты кто? Я Катя. Русская? Ну, в принципе, да. В принципе. Так, чуть-чуть. Покажи. А мой 33? Прям гиганты какие-то. Привет. Ты в инсте есть и есть. Ну, или перегар, я не знаю, правильно ли я прочитала. К отношениям, имею в виду... А, да, к парням, к отношениям я очень привередлива и требовательна.
Собственно, к себе я тоже требовательна, и поэтому я думаю, что я имею на это право. У меня десяточка, ну такое себе, конечно. Так, как найти меня? В профиле у меня есть ссылка. Вот. Зовут меня Кэтрин Блэк. Бодрая, да. Привет, Чеченко. Он толстый. А ты жирная? Да, очень жирная. Очень-очень. Прям живот у меня, понимаете, прям аж вот такой вот. Покажи сиси. Нет, 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 не сегодня. Что с волосами? Что с волосами? Они прямые сегодня. Привет, медик. Привет, симпатично, спасибо. Что за тёлка сзади? Это тёлка я. Чёткий животик, спасибо. И ножки ровные, конечно, ровные. Где обитаешь? В Тюмени. Ну, до августа в Тюмени, после августа в Омск поеду. Привет, привет. Вот, эта тёлка я. Понимаете, тут я прям хорошенькая, да, такая? Кстати, я тут толще. Толще, чем сейчас, кстати. Вот так. Это я. Тоже с Тюмени, это круто. Тебя назвали дурой. Ну, понимаете, чё обращать внимание на всяких непонятных людей? Без лифа, да. Мужик, много ошибок, красивая ты. Спасибо. Сосёшь шерсть? Конечно, каждое утро шерсть сосу. Вживую ты круче. Да. Шорты расстёгнуты. Они не расстёгнуты, они просто большие. Видите? Сейчас нет, моя жая, моя жая. Жая, моя жая. Моя девочка. Моя девчушечка, видите? О. Когда замуж, никогда. Общаешься с извращенцами каждый день. А ты смешная чеченка. Здорово, голая. Привет, пока иду выгуливать собаку. О, я тоже скоро пойду выгуливать собаку. Армянка, нет. Ты про попу? А я про собаку. Привет. Подождите, я вас сейчас поставлю, чтобы вы стояли. Жопа, смотрим они на собаку. Да что там смотреть, господи, попа как попа. Она чеченка. Я не чеченка. Привет, Алматы. Как тебе? Хорошо, хорошо. Я жива, здорова и процветаю. Татарка, нет. Неистово. Да, неистово. Неистово прекрасно. Согласитесь, девочки, это про нас. Так можно про каждого почти сказать. Что мы все неистово прекрасны. Что на руке? А, это из Греции. Ох уж это слово. Да, мне оно тоже нравится. А номер телефона не дашь? Нет. Офигенно, спасибо. А, вот, это с Греции, это освещенная штучка. Да, сзади на фото я. В каком районе Тюменский? Каким работаешь? Я не работаю, я учусь. Красиво, спасибо. Спасибо, друзья. Вы заметили, какое у меня сегодня потрясающее настроение? Привет, Тольятти. Привет. Господи, все лезет. Ты красивая, я подумала, что ты чеченка. Чеченки не очень красивые, на самом деле. Молоток, привет, неистово. Да, меня друзья уже за это слово. Ты без лифчика? Да, без лифчика. Я первый раз, кстати, использую это слово. Я его никогда в речи не использую вообще. Тюмень, столица деревень, да. Ты армянка, да? Нет. Привет из Японии, привет, Япония. Какой красивой девушке такие парни нравятся. Какие парни мне